Хорошо, я поделюсь, и значит, может, чуть-чуть получше. Сейчас мы сделаем с Кристиной импровизацию. Давай, Кристина. Кристина вообще не знает, что мы сейчас будем делать. Абсолютно не знает. Это то, чем мы с вами можем заниматься. Да? Я очень люблю такие вещи, когда мы делаем импровизацию. На какую тему мы знаем, на какую, как мы будем делать сейчас, не знаю. Но знаю только, что мы будем делать, да. Здравствуйте, меня Александр. Ну, хорошо, это Кристина. Итак, давайте мы... Можете сидеть, можете стоять. Вот ну что, поехали? Вы, наверное, пришли, чтобы что-то мне сказать. Да. Почему вы не поступили? Да. Ага. А на третьем туру вышли. Но не поступили, да? А почему? Понимаете, я... А, да не надо оправдываться, я это все понимаю. Потому что вы читали невыразительно. Вы читали, как будто кошка на улице, как будто не выкрыт. Ну так читали, понимаете? Так а Крылова-то я как читала, там... Коробку мы еще более-менее читали. А так читали не выразить. Ну давайте вы сейчас что-нибудь почитаете, а я показываю вам, как читать. Ну давайте что-нибудь такое, знаете, что-нибудь такое яркое, что-нибудь такое послушное, такое что-нибудь такое ядреное. Давайте. Ну такое какое-нибудь, знаете, такое прямо вот за мной такое. Такое. Такое, да? Такое прям, чтобы улыбка, чтобы искры от вас шли, да? Давайте я вам спою. Ну, давайте спойте. Что-нибудь. Ничего на свете лучше нету. Да, я вас остановлюсь. Понимаете, это самоздат. Это школьный кружок. Вот то, что мы сейчас не демонстрируем, это просто школьный кружок. Кружок в школе для 7 класса. Вот это вот то, что вы вот сейчас... Вот, о чем вы поедете? Вот о чем вы поедете? О чем? Ничего не светит. Ну вот видите, вот я и говорю, что вы поете, вы иллюстрируете детство. Вы детство иллюстрируете сейчас, понимаете? А что надо? Надо что? Надо суть. А вообще, что по сути у вас? Ну там еще про дружбу. Правильно. И значит, что? Что значит? Что дружба самая важная. Так, а теперь представьте, у вас есть какие-то подруги? Ну да, наверное. Есть. Но они лучше. Ага. Представьте какую-нибудь свою подругу и представьте, как будто вы ей объясняете свою любви и детей. Ну вот представьте, любимая подруга. Да. Лучшая подруга. Да. Представьте, как будто вы ей признаетесь в любви. Давайте подключение. Ничего на свете лучше нет. Правильно, не будьте, это же песня. Петь? Пойте. Я не знаю, вышли куда-то, а вы? Что, я звонил? Дождитесь, пожалуйста. Да. Да. Это, кстати, тоже была импровизация, да. Если что. Да. Ничего на свете лучше нету. Вот, видите, вот уже энергия появляется. Вот уже появляется активность. Уже мысль появляется. Я представила. Понимаете, вы представили, видите, какая. А теперь Вася, как вы там Васю читали? Там что-то про Луну. Про Луну? Про Луну, читали про Луну. Ну так, сказали же, что он не очень. Ну правильно, что вы читали, но не очень, поэтому сказали, что не очень. Читали бы хорошо,
Ну, тут какую башню надо, другую, любую. Стрекоза и муравей? Да, давайте, давайте, давайте. Ух, ну... Стрекоза и муравей? Жила была? Вот это, ну что это начинается, вот это такое подрагивание? Все это такое вот это вот все подрагивание. Что это? Я не могу выпить. Я не волнуюсь, не волнуюсь, расслабься, давайте. Стрекоза и муравей, да? Да, ну... Жила-была на свете стрекоза. Ну, она же такая стрекочек, такая легкомысленная. И что? Ну, будет показывать, а вот это вот, а вот это вот, значит, побежу. А вот так вот. Я помню, как нельзя. Ну вот, знаете, что мы начинаем с этого показывать? Вы конкретный человек. Вы конкретный человек. Смотрите. Какой вообще отношение? Кто ты? Точно. Понятно. Все просто и печально. Жила была на свете стрекоза. Вы сейчас так читаете, как будто вы похоронили. Чем вы кого-то хороните? Вы вот так конечно ничего не читаете. Жила была стрекоза. Вы восхищаетесь ей? Да. Красивая. Мама, восхищайтесь. Жила была на свете стрекоза. Вот. Вот видите сразу, как интересно мне становится. Видите, как мне становится интересно. И что лучше, то, что вы показывали с хвостом, и то, что вы читаете сейчас. Я же не поступила. Так вы уже три поступили, потому что вы так не можете. Идите в деканат. Я распоряжусь. Закончу с вами договор. Ой. Ладно. Эй, больше не надо показывать. Не, такого больше не будет. Спасибо. Такая импровизация. Это, Лен, была импровизация, мы не подготовились к этому. Это просто наше такое было. Наша фантазия по поводу того, чем мы занимаемся сейчас. Давайте еще одну импровизацию. Серьезно? Еще одна импровизация, или я хотите? Это прям импровизация. Ну, я думаю, может, это девчонки поучаствуют? Давайте. Начнем сейчас, девочки. Вот как раз сейчас. А сначала, Нико. А потом Таис. Ну, если что, я могу там подключиться к кому. А где еще один наш человек? А он ушел, ему пораньше, Он уже был зарядом спать. Это его? Это наезд. Уже он свалил? Да. Ну что, давайте, значит. Свалил? Сейчас задача ваша, не беспокойтесь по поводу этого, да? Старайтесь собирать просто человеческую историю, да? Отвечать на там что-то еще. Просто постарайтесь, да? Так, давайте я задам мне некий общий контекст импровизации. Да. Давайте контекст будет следующий. Несчастливые вчера. Вот такое название будет ваш отрывок. Несчастливые вчера. Давайте попробуем. А как только, значит, говорите слово «начали», соответственно, да, несчастливые вчера. Давайте. Кто скажет иначе? Давайте, Кристина, вы. Начали. Что-то случилось? Ты еще спрашиваешь? Так, если ты не говоришь о своих чувствах, как я могу понять, что у тебя происходит? Ты все забыла. Да я ничего не забыла. Просто я не до конца, может быть, понимаю ситуацию, но я хочу просто понять, что ты чувствуешь и что ты думаешь об этом. Да ты испортила мой день рождения! Вчера. Куча гостей.
А что я? Съела его! Ты же знаешь, что я сижу на диете. И ты знаешь, как мне тяжело. И я попросила заказать торт без сахара, без глютена и без молочки. Но так аппетитно выглядело, что я не удержалась. Это шоколадная глазурь. И эти свечки так подчеркивали блики этого торта. Я не удержалась. И еще прибежала эта маленькая собачка. Мне тоже хотелось с ней поделиться. Это был мой торт. Это же был мой день рождения. Я понимаю твои чувства, что, возможно, ты немножко злишься, но, может быть, мы сможем договориться. Немножко? Ну, немножко. Ну, я бы не так сильно злила. Все-таки собачка тоже попробовала торт. Да и в целом я так давно не ела сладкое, целых полгода сидела на этой диете. Ты знаешь, как мне было вкусно? Ты могла бы за меня порадоваться. Как минимум. Что мне было вкусно. А правда приятно. И свечки я забыла. А желание загадала? Конечно. Я загадала, чтобы у моей лучшей подруги все было хорошо. Честно-честно. А что еще загадала? Ну, там сумку одну. Там. Это Гермес, такая вот серая, с клепочками золотыми. Да, и она так закручивается. Вот, но в целом я ее уже заказала. Может быть, я тебе ее подарю как раз-таки на день рождения. Вместе с тем другим подарком, который я хотела тебе дать, там, с подвеской. А с Гермесом очень хорошо еще и шарф смотрится. Ну, слушай, как бы торт и шарф, ну, извините меня, я как-то, ну, не рассчитывала. Слушай, ну вот тебе же еще платье мне нравится, которое я ношу, такое красное, облегающее, с золотыми пайетками. Ну да. И, может быть, ты тогда еще его у меня, да? Ну, ладно. Поносишь. Не возьмешь, поносишь. Ладно, золотые пайетки хорошо подойдут к золотым клепкам. Да, кстати. Да, и вообще, лучше бы ты этот торт реально не ела, это как раз тебе вот... Хорошо бы себе это платье. Конечно. А это сольная, красивая, вкусающая. Какой вкусный был. Жирноват. Ну, ты знаешь, как я привередливаю? Особенно в еде. Ну, может быть, сладкое. Может быть, ничего, что я не люблю. Да. Я за твое платье подарю. Платье тебе отлично. Ладно. Я прошу. Когда заберу платье? Ну, вот когда приедет, я заберу сумку. И как раз тебе дам. Ладно, я тебя прощаю. Хорошо. Хорошо, молодцы. Да, хорошо. Хорошо, молодцы. Нормально, разогнали. А человеческая история была. Но знаете, к чему бы я стремился? Чтобы там было не одно событие, которое называется применение, а чтобы там было два события. Вот практический разрыв, первое событие. И второе, кто-то должен все-таки сделать первый шаг потом. То есть два события, не одно событие. Да? Понимаете? Хорошо. Так, ну давайте Таисия. Да. Давайте Таисия. Может быть, тогда две девушки, две молодые. Можно я посмотрю, почему они посмотрели? Ну, так, Кристина, может быть еще один? Давайте попробуем. Хочешь ты? Я профессионально снимаю. По-моему, я сделаю его там. Да? Кажется, да. Извините за важную информацию. Вот это? А, вот так. Ну, давайте еще раз. Так, давайте, Таисия.
Таисия и Кристина. В гостях у девушки. В гостях у девушки. Да? Пожалуйста. Начали, закончили, да, когда начали говорить, начали, когда закончили, соответственно, закончили. Так, ну, пожалуйста, кто говорить начали, в общем, посмотрите друг на друга внимательно. И как только созреете, можете начинать. Пожалуйста. Ну, да, поведение готово. Можете иначе не использовать. Может собака тут присесть, но без этого просто ставить. Там как раз дедушкина куртка. Дедушка. Ну, давай. День рождения у дедушки, да? В гостях у дедушки. В гостях у дедушки. Привет. Слушай, я тут пришла, ты пригласила познакомиться со своим дедушкой. Вот я пришла, принесла торт, но он без сахара. Твой дедушка может не с сахаром, без сахара, как он по здоровью, позволяет? Ну, все равно. Хорошо. Ну, я же говорю, ты позвала меня познакомиться со своим дедом, потому что мы дружим. Ну вот, хотелось бы, я написалась, правда, немножко. Да, ты мне как сестра. Но мне просто интересно было посмотреть, кто вырастил такого замечательного человека. Ну, воспитал в том числе, помимо родителей. Вот. Нет, задерживается, как всегда, на самом деле. А что он задерживается? Может, работает где-то что-то? Ну, нет, смотрите, вот вы сделали первый кусок, там никто его не сформулировал. Смотрите, вот в самом начале, чем вы занимаетесь? Вы пытаетесь создать событие. То есть вы формируете этот конфликт, который должен вырасти в событие. Понимаете, сейчас мы сыграли уже 2 минуты, и Кристина не знает, куда уводить, и вы тоже не знаете, куда уводить. Зачем мне ее пригласить на самом деле, ваша героиня Кристина? Кажется, я не понял. И все. Вот видите, а человеческая история, что просто тонкие все, и вот вы играете. А вы играете не то. Какие могут быть варианты? Зачем вы пригласили ее на день рождения дедушки? Чтобы выяснить, что подсказку дают. Какая у него пенсия? Значит. Чтобы выяснить, что? Что она моя сестра. Потерянный близнец. Я перестал принимать связь между ее приглашением и тем, чтобы подтвердить, что она ваша сестра и днем рождения дедушки, дедушкой сами. В чем связь? Я ее пригласила, потому что я знала, что мы сестры. И решила сделать дедушке сюрприз. Хорошо, как по вашему поведению это читается? Сюрприз как? Объявить дедушке, что вы обрели сестру? Что у него 2 внучки. А? Что у него 2 внучки. Дедушка пожилой, у него его же может камерами хватить. Да. Ну, так понимаете, тогда это другая манера поведения. Тогда понимаете. Значит, давай. Я еще просил тебя волосы не красить, так. Еще в конце концов, мы же с тобой же договорились, да? Что я тебе сегодня заявляю, как сестру. Все-таки волосы просто покрасили. И брюки, чего надел. Дед не любит брюк, когда приходит. Я же гадаю сейчас, понимаешь?
Понимаете, как-то так. А вы сейчас, она там что-то тянет, тянет, а вы сидите молча. То есть это так делать не нужно. То есть ни один из вас, то есть понимаете, вот вы немножко позже, вот сейчас, когда я задаю вопрос, почему, зачем вы ее пригласили, вы только сейчас как бы стали подключаться, думать и понимать, зачем. Да? А изначально вы это не понимаете, импровизация, это не так просто все. Но при этом вы же должны уже думать в контексте, какое событие с ним, да? В чем это событие, вы чем более опытный, да? Стоите взять, бля, главное, все-таки еще молодая, да? А вы как опытный человек должны как бы понимать, какое событие, пытаться его сформировать и предложить на нем. Я просто еще чуть-чуть скажу. Да? Ну хорошо, ладно. Садитесь. Давайте. Я. Да. Так. Ну давайте еще одну. Друзья, еще одну импровизацию, ответ на вопросы. И, наверное, тогда немножко супер. Так, давайте, кто будет со мной импровизировать? Да. Давайте. Так, ну что, давайте. Начнем. Камера мотор. Е-мое. Хочешь прощения попросить? Проси. Да я даже не знаю, как. Да ты просто возьми просто русские слова, сложи в фразу. И попроси. Только нормально. Нормально попроси. Все. Давай, слушай. Так я же уже просила нормально. Нет, это не нормально. Как ты там говорила? Ну, прости. Вот это вот, ну, вот это, да, прилагается к такому необязательному, ну, прости. Без ну, нормально, ты можешь хоть один раз в жизни просить прощения нормально. Простыми словами, а чистыми словами. Чего ты меня так смотришь? Так если я не виновата. Ты не виновата? А кто? А кто? Кто виноват? А? Кто виноват, что ты вчера пришла в час ночи, сегодня? Кто виноват? Детки кто? Московская полиция? Бандитов встретила, которые стали полиции из пушек тебя? Кто? Ну кто? Жизненная обстоятельства. А какие? Есть ли имя у этого жизненного обстоятельства? А может быть не одно? Ну, пока одно. Ага, пока одно. Я знаю это жизненное обстоятельство. Нет. Потому что я знаю. Ну, задержалась я, ничего страшного. Ты знаешь, в каком районе мы живем? Ну да, знаю. Ну, ничего в этом районе после 12 происходит. В районе, да, после 12 ночи. Что происходит? Я была очень сильных и нежных руках, поэтому со мной было все в порядке. Слушай, а что ты, интересно, вот это вот обстоятельство, что ты с этим обстоятельством все никак меня не хочешь? Нет, просто интересно, пожалуйста, это твое дело, собственно. Ну, если не хочешь, то не надо знакомиться с обстоятельством. Мне кажется, что очень надо вообще. Ну, а ничего, то, что он, ну, эти обстоятельства, они чуть-чуть старше меня. О! Вот я обожаю твою чуть-чуть. Вот ты знаешь, как папа мне чуть-чуть заберет, и через 5 часов. Или, например, знаешь, еще так бывает. Папа, я чуть-чуть потрачу денежек. И моего половины моего гонорара чуть нет. Причем, такое чуть-чуть твое, я обожаю твое чуть-чуть. Это чуть-чуть, знаешь, оно космическое чуть-чуть. Оно вот равно космос. Вот так точно чуть-чуть, это насколько... Ну-ка, давай-ка, я сейчас сяду. Я сейчас сяду для того, чтобы не упасть. Я сейчас, я просто где-то чуть-чуть, я сразу буду. Так, насколько чуть-чуть это обстоятельство без имени? Я зовут Тима. Насколько это обстоятельство Тиму? Старше тебя чуть-чуть. О, вот так хороший вопрос.
Сколько? У меня плохо с сосудами, что-то. 40. Ну, он сказал, что ему 40. Вот. А больше ты ничего не сказал? Ну, нет, он много чего говорил. Ну, то есть тебе 20, ну, сон, да? Нормально, да? Мне скоро 21. Ох ты, какая! Нет, это что ты? Ты 21. Ты 21. Ты уже такая матурая. Ну, блин, меня никто никогда не понимает. У нас вообще-то любовь. Он сказал, что любит меня. Честно. И я его тоже люблю. И вообще мы будем жить вместе, вообще мы скоро поженимся. Ух. Я ему уже сказала размер своего пальца. Ну, и кольцо скоро будет. Дочка, слушай, ты знаешь, ты, как сказать, ты вообще обо мне забудешь чуть-чуть. Ты паришься о состоянии моего здоровья. Конечно. Считаешь ли ты, что мне может платить контракт в какой-то момент? Да, поэтому я не покупаю кофе домой, сделаю чай. Покупаю хорошие продукты, чтобы давление не скакало. Так оно уже подскочило. Оно не подскочило, сейчас оно просто выскочило. Выскочило и унеслось. Вот знаешь, было давление и нет. Представляешь? Было давление. А вот я вообще перееду к нему жить, и никакого давления не будет. И приходить я буду сюда вообще никогда. И с ним буду жить, или можно нас будет собаку будет ведет. Он бы собаку, как я спрашиваю. Ну, и как, да? Сейчас он работу найдет. Он еще и безработный. Ну, это время, у него какие-то проблемы с полицией, поэтому он ищет работу и... У него еще проблемы с полицией. О, Господи. То есть, ты знаешь, я всегда знал, что ты сумасшедшая, но никогда не знал, что ты настолько. И никогда не знал, что в один прекрасный момент тебя так сумасшедший перепил. Ты меня обижаешь. Ну, ты сумасшедшая. Я тебя обижаю. Я не обижаю. Я говорю, молодец, значит, ты хорошо связался с мужиком, который два раза старше, который не имеет работы, не проблем с полицией. Очень хорошо. Ну и что он сказал, я ему цифру сказал. Вот его хотел. Самое главное, что я в него верю, что он найдет работу, он хороший человек, он занимается искусством и творчеством. Он такой, такой духотворенный, такой необычный, лицо у него такое, что светится, а глаза у него словно море, и пахнет таким морским бризом. Ну я просто не знаю его, и он меня любит. Я в него верю, что все у нас наладится, все у нас получится. Ты прямо как твоя мать. Был про бриз, вот абсолютно точная цитата, как она говорила. Ты же как твоя мама, которая за бриз 5 лет назад уехала за границу, за бризом. Ты же точно помнишь, что ты от него бризом подыхал и уехал. Она с тобой оставила. И ты точно так же сейчас за бризом. Я очень хочу, чтобы тебе было хорошо. Ну, я думаю, что ты просто полная дура. Но, не надо так на меня смотреть, как пар, да? Как упертая коробка, которая смотрит и которая хочет сейчас только на теле. Не надо так на меня смотреть. Пригласи его сюда. У нас тут твоего нежданного человека, у которого проблемы с полицией не проблемы. Ну, ты же говорил, что никаких иностранцев в доме. Слушай, я там в институте
пора. Стоит? Че я так сейчас услышал? Просто скажи мне, что это неправда. Просто соври. Я прощу. Просто скажи мне, что ты неправда такого не говорил. А ты сказал другое слово. Просто скажи мне, что ты соврал вообще. И я, может быть, даже усну. Поспи, поспи, да. Просто поспать. То есть, уже я и... О! О! Ой. У нас таблетки есть? Просто это единственный человек, который... Ну, правда, заботится обо мне. Может быть, у него ничего нет, но... Но он заботится обо мне. Так, все. Никуда ты не пойдешь? В смысле? Ну, вот в смысле? В таком вот смысле ты никуда не пойдешь. Я от тебя забираю ключ. Забираю ключ. И я стою, чтобы... Все, все, все. Все. Да не надо, не надо, не надо. Сидеть не помогут, здорово, то он мучает взгляд, какой-то взгляд, тоже не будет не актуально совсем. Почему? Потому что послал! Надо так на меня смотреть. Надо так на меня смотреть. Надо так на меня смотреть. Все. Все! Все. Да выясни меня причин и обстоятельств. А ты иди в комнату к себе. И смотри, что не будет. Смотри, что не будет. Не буду я оставаться в доме, где меня не принимают. Кто тебя не принимает? Где тебя не принимают? Да, мою личность. Скажи про мою личность. Где ты его подцепила? Вот я никак не могу понять, где? Где ты подцепила мужика в два раза старше? Который? Ни хрена не работает, которого ищу, и который, и все к тому же, черт возьми, где нас? Где? Под каким стулом? Под каким столом? Кого из тебя? Да это твой друг с работы! Вы пытались это скрывать? Но мы понимали, что мы не можем продолжать это скрывать. И рано или поздно ты в любом случае это узнаешь. Это тебе? Прям неожиданно. Как тебе сказать? Ну прям я же думаю. Так вот, как сказать? Это же мой компаньон. Если есть бизнес у нас такой, такой вот. Хороший человек. Очень хороший, обеспеченный, чуть-чуть, сильно, очень сильно. Ты говоришь, ключ, да, на тебе ключ, на тебе ключ. На тебе ключ, да. Ну, ключ у тебя Тимур, да? Это, конечно, это хорошо, это же молодец. Ты далеко. Молодец, ну как я вам говорю, человек с миллиардным состоянием. В смысле, я хотел сказать, он очень хороший человек. Он добрый, проницательный, да, любит людей. Любит людей сильно. Сильно любит людей. Просто очень. Он вообще самый любвеобильный человек из тех, которых я знал. Прямо такой, как полюбит. Он так любит.
То есть это вот он мне подарил, это не я купила. Я же говорила, что я работала, купила, это он мне все подарил. Ладно, в общем-то, ты когда идешь, сейчас мы все время сегодня вечером. Да. Не буду я ему потом сам позвонить. Да, у нас в Италии как раз они в Сахалине сейчас. Ну, в смысле, ресторан Сахалин. А там, да. Ну, у меня уже такси как бы заказал, там машина уже час как бы ждет. А, вон там. Хорошо. Просто этот ресторан там обходится. Почему? Да? Да. Жилька. А давай пойдешь сейчас, пойдешь завтра. Почему? Ну, потому что завтра. Завтра просто день лучше. Завтра, как сказать, погода лучше. Завтра митинг лучше будет. Что еще там? Давление невысокое. Атмосферное. Давление невысокое. А что еще там будет? Не будет дождя? Что ты помышляешь? Я? Ты хочешь с ним связаться? Нет, как ты можешь? Зачем я с ним буду связаться? Нет. Не просто поменяй. Ты сейчас посмотришь телевизор. Мы с тобой вместе посмотрим телевизор. Я сейчас поеду к нему. Да, я поеду к нему. И это не обсуждается. Мне с ним встреча сегодня. Да, ты не давай сейчас включить себя? Нет. Включи, да, что? Нет. Что это такое дело? Это что такое вообще? Это я слышу сейчас от тебя слово, нет? Да. Ну, в смысле, нет. То есть я поеду туда, куда я хочу. Я не буду оставаться. А как ты вообще с отцом разговариваешь? Вот как ты? Уважение есть? Я уже взрослый человек. Уважение есть? Я хочу так разговаривать. О! А вот вы какие стоят. А вот мы какие стали самостоятельными, какие мы стали гордые, какие мы стали такие вот прямо вот избирательные. Да. Ага. Вот это такие. Потому что во мне возросла сила, так как я за сильным человеком. Сила у тебя возросла. Тебя дом возросла, а не сила у тебя возросла. Давай кричи. Нет. Давай кричи, сказал. Нет. Слушай, ты опоздал, что ли? Не могу понять. Что ты хочешь, что ты в конце концов? Я не хочу, чтобы ты ехал с ним. Я хочу, чтобы ты в гостей, чтобы... Потому что я не знаю, как раз мы знаем настоящий ночь, а ресторан открылся, и он где-то там сохранит. Что это такое? Я не хочу этого. Мне не дашь ключи? Нет. Не дашь ключи? А я отдам ключи. Вот, пожалуйста. Будь так добра. Я даже сяду. Пожалуйста. Только тогда, когда я выйду за эту дверь, я верну тебе ключи и больше никогда сюда не вернусь. Так, минуточку. Только при таких условиях. Минуточку. Куда ты бежишь? Отлично. То есть мне согреваться здесь, вот в этой вот атмосфере, не видеть мир, не знакомиться с другими людьми. Нет. Не знакомиться с другими людьми, не видеть мир, да. То есть я должна полностью быть твоей, да? Потому что ты дурна. Как мать. Да, я дурна, что ли? Что ты дурна, как мать. Это ты такой меня видишь, а он меня такой не видит. Он видит. А вот известно, что он теперь за штучка. Неизвестно. Я говорю, не знаю. Я открываю безумные миры по-другому. Ладно, все закончено, а то уже какой-то не помню. Я ждал, когда ты убежишь. Я вижу, что надо было убегать. Я специально вам говорю, что вы, а я встал, все еще не делаю. Ну что, к сожалению, дойдет. Жизненный эксперт. Илья, давайте стоишь. Да, супер. Стоишь и давай. Давай. В гостях у дедушки. Дубль 2. Доделайте, начали. Да, ну давайте. Можно я присяду здесь? Да, конечно. Супер. Телефон. Да, я не раздавлю. Телефон куда-нибудь. Таисия, можно? Да, конечно. Ну туда. Так, ну что, давайте. Ну, я думаю, что все вы знаете, поэтому вперед.
Поехали. Нет, не в гостях, и новая тема. Тема называется так. А все-таки ты клоун. Вау! А все-таки... Александр, это... Вы со мной или не остаетесь? Вы стоите. А потом... А потом внезапно появится Александр. Нет, Александр не появится. Эх. Не, пусть не теплится у вас, мечтаю внутри вас. Так, начали, закончили, да? Готово. Ну, давайте, начали, закончили, уже давайте, не томите уже нас. А вы как чувствуете? Вечно нас будет иногда ногами. Аккуратно. Когда меня не держу. Это сюрприз. Мне не нравится этот сюрприз. Смотри вперед. Смотри вперед. Поймай вот точку. Поймал, да? Да. Так, возьми. Поднимаем. А теперь аккуратно засовываешь руку в куртку. И что это было? Это нормальный! Это называется свидание. Ты вообще раньше сделал? Ну что? Что это? Я понимаю, что у тебя первое, но ты вообще с девушками раньше общался, понимаешь? Это понятно? Надежда, сидим не так привлекательно.
Что ж... Нет, Петя есть. Нет, Петя, я не помню. Я... Это было про того Петю! Отлично. Эй, как? Он друг. Друг. Отц. Вот я и не мог. Я и забыл, что мы оказываемся во Франции. Это на французский монет все целуют, друзья, точно. Он понял, что мы первым. Я... А ты успешно продолжала. Я не продолжала, я пыталась его оттолкнуть. Оттолкнуть? Да. По-моему, ты его пыталась съесть. То есть, по-твоему... По-моему. Вот представь, вот ты полез ко мне. И вот так вот. И по-твоему, вот это. Вот это, насколько я могла. Это значит... Это было вот это. Там не было вот это. Там было вот это. И это я с тобой расставил. Конечно. Да. Потому что я не потерплю того, чтобы... Я был третий. Даже не любовник я третий. Это любовник любовника, понимаешь? Это уже... Знаете, говорят, Бог не любовник, а ты... И я еще клоун? Клоун! Ну-ка, закончили, да? Вау! Оно было, знаете чего? Оно было, как закончили. Вот мы было, вот они разбудались, а потом подходит, и я понимаю. У меня была такая. А потом, потом. Ну что, пойдем? Пойдем. И захватим тех двух парней. Вы сейчас задали события, вы его сыграли, но на мой взгляд нет как бы развязки интересной. То есть вы задали события, что она там вам изменяет, да, и по ее характеру действия это было так, но вы не сыграли интересную развязку. А развязка желательно, чтобы она либо очень сильно усиливала события, либо чтобы она совсем была как бы спиной. А надо тогда было чуть-чуть доиграть. Мне кажется, она все-таки... У меня просто была такая мысль, когда на том моменте, когда я объясняла себе вот это, что я не знаю. Да, да. Было очень много минусов. Прямо. У меня. У вас, знаете. Ну, хорошо, присаживайтесь. Кстати, было бы прикольно. У меня в этот момент появилась фраза, когда ты второй раз сказала, я такой... Настолько неравнодушен, что ты решил не вернуться и сказать, что тебе все равно. Вот. Да, ребята, ну что ж, присаживайтесь. Ну, смотрите, я думаю, что с вами мы на сегодня завершимся. Вопросы, пожалуйста, пишите в группу. Буду очень рад на них ответить. А что еще сказать? В принципе, мне кажется, что мы провели сегодняшний день и вечер интересный и полезный. Я надеюсь, что вам понравилось. Да. Спасибо. Донаты. Да. Беднёшку. Актёры люди бедные, поэтому нужно как-то... А ты переезжай в Крым, будешь как положим, босиком по горам. Но либо купите билеты. Спасибо. Ну что ж, вот и закончился наш босиком по горам. Я очень рад был всех видеть и слышать. Я надеюсь, что вы провели время интересно и полезно. Поэтому, пожалуйста, тот, кто хочет, записывайтесь в группу. 2 дня у вас есть, чтобы подтвердить ваше участие. Если кто-то чего-то не понимает, не знает или, может быть, забыл, пожалуйста, вы можете также писать мне. Ссылка на себя есть в группе, у меня на себя есть группа, ссылка, поэтому, пожалуйста, друзья, пишите. И всего вам самого-самого хорошего и до скорых встреч. Обязательно пишите. Все, помашем, пока. Ссылка в описании. Кроссовки.